Нелегалам ударили по карману. В городе начались проверки водителей, работающих в службах такси. Специалисты исполкома вместе с автоинспекторами в таких случаях прибегают к старому проверенному методу – на живца. Подставные пассажиры заказывали себе такси, чтобы приехать в одну точку – на парковку гипермаркета «Мегастрой» около первой автодороги, потому что здесь их уже ждали. Вам знакомый место работы или все-таки он вам заказал такси? Раньше вместе работали, я его знаю, он попросил меня отвезти и отблагодарил. Такие оправдания водителей проверяющие слышат почти в каждом случае, но, конечно, не верят им. Да и проверить таксиста не так уж сложно. Так что за нарушение, пойманному с поличным, все-таки приходится расплачиваться. Будет составлен административный протокол и вынесено решение о наказании. Будет штраф в размере 5000 рублей. Чаще всего таксисты-нелегалы пытаются сослаться на то, что не знали о необходимости оформлять какие-либо документы для коммерческой перевозки людей. Однако, согласно закону, который вступил в силу аж в 2012 году, загвоздка не только в документах. У таксиста должно быть разрешение для членов-делец по оказанию услуг перевозки пассажиров. И автомобиль должен быть оборудован шашечкой такси и сфотографической схемой нашей такси. Кроме этого, водителю необходимо каждый день проходить медосвидетельствование и иметь талон о проведенном техосмотре. А сама машина должна быть определенного цвета – белого или желтого. Из трех машин, которые вызвали сегодня подставные пассажиры, только одна работала без нарушений. Владимир Нефедов, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.